Пуки джукшин меток трам, рира плингшин инде ген пади, санге шингту миктел варги, дрокун нам дак шингла чупаршом. Идам гуру ратна мандала кам нирьятаями. Санге чудам цоки чокнам ла, джанчум барду дакни кепсучи, даки чуньен гипей сунамки, дрола панчир санге друпаршо. Чудам цоки чокнам ла, джанчум барду дакни кепсучи, даки чуньен гипей сунамки, дрола панчир санге друпаршо. Санге чудам цоки чокнам ла, джанчум барду дакни кепсучи, даки чуньен гипей сунамки, дрола панчир санге друпаршо. Здравствуйте! Спасибо вам, что вы пришли. Это здорово. Здорово, что я могу обучать вас сутре алмазного огранщика. Я не знаю, как я вас создала. Может быть, вы все уже Будды, и вы пришли просто для меня, чтобы я могла создать столько заслуг, обучая вас этому. Поэтому спасибо вам. Спасибо вам. Вот, и хочу поблагодарить всех тех людей, которые организовали, организуют это все. Есть люди, которые платят за аренду этого помещения. Есть люди, которые сделали этот прекрасный алтарь. Подношения на алтарь у нас прям все краше и краше. Блюда с подношениями. Ну, то есть понятно, что сам столик для алтаря маловат, конечно. С каждым днем становится все более и более ясно. Вот. Спасибо большое тем, кто делает. Вообще, на самом деле, вот, когда приходишь на учение, думаешь, ну, классно, пришел на учение. А столько вот вокруг этого есть людей, которые сделали это возможно. Есть люди, которые позаботились о том, что это, чтобы это все состоялось. Да? И это не просто тот, кто обучает, это еще много людей в тени, которых не видно. Да, это Володя, который делает видео сегодня. Запись, то есть запись будет доступна, и тот, кто сегодня не присутствует, сможет это посмотреть. И тот, кто присутствует, может потом еще раз посмотреть. И ну, для тех, кто не понимает английский, есть возможность послушать Геша Майкла, есть возможность послушать перевод дословный, который мы делали во время ретрита. И есть возможность посмотреть сейчас, когда я еще раз, я, например, там переводила просто слово в слово, но где-то там, конечно, какие-то, что-то забываешь, что-то не понимаешь, не так понимаешь, да, то есть одно дело слушать английский, а другое дело слушать перевод. Он всегда немножко прихрамывает по сравнению с оригиналом. Вот, а здесь, когда ты уже послушал, почитал, подумал, помедитировал об этом, потом еще это даешь, это по-другому. Поэтому это возможность еще раз послушать на русском в чуть другом изложении то же самое, она тоже замечательная, даже для тех, кто может послушать это в записи Геши Майкла. У нас есть возможность получить запись так же, как в Diamond Mountain записывать, так и у нас. У нас маленький Diamond Mountain здесь, благодаря Володе. Спасибо большое, Володя. И Виталику, который делает это также. Спасибо большое Салихе, который сегодня нам оплатил аренду. И сегодня мы здесь благодаря тому, что у нас есть возможность быть. Салиха дала нам такую возможность. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот, и спасибо за алтарь и все такое, всю организацию. Спасибо за книжки, которые у нас есть. Вот у вас нету книжек? У нас есть распечатанные. У вас только электронные, а у нас распечатанные книжки на красивой бумаге, плотной.
белый, и такие прям замечательные, яркие, четкие, красивые фотографии, картинки. И это все благодаря Тамаре, которая это все нам распечатала. Да. Спасибо большое Тамаре. Спасибо, Тамара. Потому что у нас есть возможность теперь взять эту книжку и садиться медитировать. Вот. И спасибо Максу за то, что он вообще есть. У нас сегодня есть Макс Джабали. Как вот. Мы его создали? Как мы его создали? Он очень много делает для дармы и для того, чтобы все люди могли практиковать. И организует и себе курсы, и сайтом занимается, и кучу всяких очень важных вещей делает Макс. Спасибо большое Максу. Я, честно говоря, даже не знаю все, что он делает. Я только так кое-что знаю. Но он крутой практик. И это, конечно, Джо. Я понимаю, что это не Макс, это Джо. Но это очень здорово, потому что некоторым людям повезло. Я пришла к практике в 37, 36, что-то в этом роде. Недавно. Говоришь, 7 лет. 7 лет, получается. 7 лет, да, почти. Вот. А есть люди, которые пришли в практику там 18 даже, я знаю. Макс немножко так помладше меня. То есть, ну, круто, Салиха немножко помладше меня. Везет людям, а вот видите, как повезло людям. Я прям в восторге от этого. Да. Есть одна девушка, которая пришла в практику в 18. Арина зовут. Тоже. Как это они посеяли? Да, ну, то есть, вот, это очень круто. Это очень здорово. Вот. Спасибо вам. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо вам за эту возможность. И сегодня я хотела вам сказать вообще про другое. То есть, конечно, мы будем делать сейчас Камалашейлу, но я хочу вам сказать другую вещь. Я хочу вам опять... Нет, необычно. У нас так не бывает обычно. Сегодня я хочу так сделать. Хочу вам рассказать... Опять же, о своем опыте, когда идешь, как вы уже знаете, потому что вы уже идете, значит, вы это все знаете. Но когда идешь, чем-то занимаешься, начинает именно это появляться. Да? Там, занимаешься, например, гневом, и вот тебе... Вот. Занимаешься, например... А потом... Очень неожиданно. А потом очень неожиданно, да. Когда занимаешься деньгами, говоришь Салиха, потом вдруг бац, и очень неожиданно все прошествует. Вот, это здорово. Вот я тут занялась гордыней. Я начала делать 11-й сяй, и на нем, как обычно, застряла. И, в общем, на самом деле я его проживаю, и это все открывается. И, то есть я его иду очень медленно, видимо... Я не создала достаточно кармы, чтобы пройти это быстро. Я знаю людей, которые делают там 2 урока в день, в неделю, и проходят очень быстро. Марьяна, с которой мы вместе волонтерили в Diamond Mountain, она вот 5 лет, 2 урока в неделю. И мы с ней познакомились, когда я больше про нее прошла ECIF, а сейчас она заканчивает 14-15-й. Ну, в общем, как бы, вот, она готовится к тантре. А я, значит, сидю. Вот. То есть, круто, когда такая карма, это прям вот... Ну, я думаю, утешаю себя тем, что зато я их глубоко очень прохожу. Вот, но они тоже, правда, глубоко. Типа, бедные, но зато умные. Да, мы бедные, но зато умные, но... Они тоже зато умные. Они богатые, но зато умные тоже. Вот, в общем, короче, я занялась гордыней и думала, что, конечно, у меня гордыни-то нету, конечно. Откуда у меня гордыня? Я вообще белая пушистая. Вот, и тут выяснилось неожиданно, что, в общем... На самом деле, началось с того, что моя лама сказала... Ты думаешь, у тебя какая самая большая проблема? Я говорю, ну как, ну вот, ну... Она говорит, подожди, гордыня. Я такая, как, не может быть. Потому что самую большую по своей проблеме мы не видим. Мы видим все остальное, но вот самое главное у нас белое пятно, бельмо. Да, мы в прошлый раз проходили, вот это бельмо, оно на самой большой нашей проблеме. Вот, на самом деле я пыталась с гордыней работать давно. Я была долгое время большим начальником в маленькой организации.
Вот, я была главным врачом ветеринарной клиники много лет, в разных клиниках причем. И я такая понтовая, такая приходила, говорила, значит так, я тут главным врачом буду. Вот, и все говорили, конечно. И, собственно, я очень здорово умела людей строить, тыкать мордой, вот, во все. И, а потом такая, думаю, нет, это неправильно. Ну, там, такая, типа, личностный рост, все такое. Думаю, нет, пойду обычным простым доктором в какую-нибудь маленькую клиничку, простенькую такую, буду там просто простым доктором, и вот. Вот, и пошла еще до того, как я начала, как бы, начала работать с гордыней осознанно, я пошла, вот, и стала маленьким простым доктором, бросила свое главное врачебство, потому что думаю, ну, иначе я вообще взорвусь, потому что что-то я совсем улетаю. Вот. А тут вдруг я это осознала. И стало это открываться. Я просто хочу с вами поделиться, потому что те, кто прошел 11-е сияние, это знают, а те, кто не прошел, это просто вообще жесть. Потому что оно стало открываться, и я это стала видеть. Вот. И результаты гордыни, то есть тщеславия, то есть всего того, что связано с тем, что я круче, чем вы, вот, и вообще я крутая. И вот, вот все, что из этого растет, да, то есть гордость, это когда «Вау, я это круто сделал, ура!» это хорошо. Да? А когда я это сделала круче, чем кто-то, или вот хорошо, что я это сделала, потому что теперь они посмотрят, какая я, вот эта вот вещь, там тонкая такая грань, в которую ты хочешь все время свалиться и думать, что «Не, ничего». Ну, на самом деле, сейчас я все время ловлю себя на мысли, что то есть раньше я ловила себя на том, что у меня любимое было делаешь что-то ради того, чтобы тебя похвалили, чтобы понравиться окружающим. Да? Восемь мирских мыслей, помните? Да? Вот. А тут я поняла, откуда это растут. Потому что я работала с этими восьми мирскими мыслями уже несколько лет, и что-то никакого результата. И все-то они есть и есть. Мы же, блин, ну что ж такое? А оказывается, они растут из тщеславия, и пока ты тщеславие не выковыришь, оно... Вот, и стала я ковырять тщеславие, и когда это тогда, когда ты делаешь что-то для того, чтобы они заметили, и они сказали, что вот, вот Люба, вот это вот, да. Вот, и даже понимание того, что то, что они скажут, зависит только от того, что говорю я другим, это все равно не помогало. Потому что все равно оно возникает. Вот, но очень сильно помогло понимание того, что... В результате этого я получила результаты, потому что я стала узнавать их, я стала знать их, и они стали прорастать. И не знаю, как это работает, просто я даже не представляю, как это работает, оно взяло и стало прорастать. То есть вот результат вот этих вот маленьких мыслишечек, таких, которые вроде незаметные, они в том, что ты теряешь то, чем ты гордишься. То есть я гордилась тем, что я умная. Ну, я считала, что я умная. Ну, просто вот. Вот, и я поняла, что я, наверное, старею, опять же. Наверное, с возрастом у меня как-то вот память пропадать стала, хуже стала, и что-то глупости какие-то иногда бывает, что-нибудь сделаю, оказывается, не так. Я была успешна, то есть любое мое решение, оно было правильно. Вот, ну, потому что я делаю какой-то выбор, он правильный. Ну, я привыкла, это нормально. Ну, я этим гордилась. А потом раз, и любое твое решение неправильное. Вот ты понимаешь умом, что точно вот так. Фигак, по-другому. Вот, и от этого ты теряешь уверенность в себе. И от этого ты теряешь... То есть, как бы, кармическим результатом этого является. То, чем ты гордишься, это ты теряешь. Если ты гордишься красотой, я вообще считала, что я достаточно ничего так. Ты теряешь красоту. И если ты гордишься умом, ты тупеешь. Серьезно, ты просто тупеешь. А... Это финансовая проблема с деньгами, то есть ты теряешь хорошее финансовое состояние. Пропадает счастье, пропадает уверенность в себе, пропадает власть, пропадает интеллект и пропадает успешность. Вот это результаты гордыни. Вот. Ну. И потом все, что ты делаешь, получается плохо.
ну, что бы ни делал. Вот в прошлый раз мы с Ильхой, я такси заказала в Яндекс.Такси. Проще ничего не бывает, чем заказать Яндекс.Такси. Тыкнуть точку на карте, где ты, и тыкнуть вызвать. Вот мы, сколько мы, полчаса, наверное, бродили кругами. От одной пришлось отказаться, потому что я не туда тыкнула точку на карте. Потом вторая не могла нас найти, потому что мы пошли не туда. И, в общем, ну, в общем, как это происходит, это как-нибудь это произойдет. Но самые дурацкие простые вещи, они не получаются. И если ты понимаешь, что это такое, откуда это растет, то ты вот очень быстро перестаешь, начинаешь очень жестко следить за гордыней. Вот. И в Diamond Mountain, как бы, поскольку там в основном все учителя, и они там работают, ну, там, водопровод делают, там, унитазы чистят, ремонт делают, траву косят, ну, и все такое. Вот. И при этом они там прошли трехлетние ретриты, они крутые практики, они ездят в другие страны и преподают, ну, и вот так, по мелочи. Вот. И, конечно, как бы вот там я услышала про вопрос гордыни, когда ты преподаешь. Ну, если я преподаю, то я же, опять же, да, это как бы особый акцент на этом ты делаешь тогда, когда ты преподаешь, потому что это очень легко свалиться в гордыню. Ну, в общем, я надеюсь, что с этим будет покончено, потому что я на пути. А просто, мне кажется, это важным для того, чтобы перестать это делать, осознать, что это омрачение. Гордыня — это омрачение, потому что этого нет. Потому что если тебя хвалят, то тебя хвалят, потому что ты хвалишь других. Если у тебя получается, то у тебя получается, потому что ты помогала другим быть успешными. И совсем не потому, что я такая. Я какая? Никакая. Я никакая. Я не красивая, не некрасивая. Я не умная, не глупая. Я не успешная, не неудачница. Я никакая. Я пуста, и это возможность для проявления любого моего качества. Я могу быть сегодня успешной, а завтра не заказать Яндекс.Такси. Потому что мы заблудились в трех соснах. В двух. Да? Я могу быть всякой. Я могу одному человеку понравиться, а другому человеку, другой человек скажет: какая ужасная Люба. Ну да. Ну, потому что это не вообще, вот я никакая. И это пустота меня. То, о чем я сейчас говорю, это пустота меня. И вот это очень хорошо держать внутри. Это понимание, что я на самом деле не. То есть, когда человек говорит: я вообще такой человек. Это очень радостно. Осознавать, что я-я-я-я. Вот. Я уже это осознаю, что я уже не могу так сказать. Клево. Значит, скоро я буду видеть людей, которые перестали так говорить. Спасибо за ценные. Я поняла, что если я горжусь тем, что я не пропустила ни одно занятие по поболшили. Да, если ты. Если я начну этим гордиться, я об этом думала после Яндекс.Такси. А да, это я до этого думала. И я поняла, что если я начну этим гордиться, то я не смогу прийти сюда в самом деле. Да, Салиха говорит о том, что она поняла, что если она начнет гордиться тем, что она не пропустила ни одного занятия по Камалашили, а она таки единственный человек, который не пропустил ни одного занятия по Камалашили, если она будет этим гордиться, то она это потеряет. То она пропустит все остальные занятия. Да. Надолго. По нагарджами, да. Да. Вот. У меня садится аккумулятор на компьютере. Мне нужно попросить кого-нибудь. Я, правда, не знаю, где зарядка. Все подготовлено. Вау! Спасибо. Эти люди, которые все подготовили, они невероятные. Спасибо большое. Вот. Там как у нас в чате? В чате есть два сообщения, которые были по ходу. Татьяна Цибулько: Люба, это мы к тому, мы к вам подтянулись. Ну, есть же истинная гордость и гордыня. То есть лихо гордиться истинным результатом. Вот. Вопрос про разницу гордости, скорее вопрос, не вопрос, а реплика, про разницу гордости и гордыни. Да? Гордость — это когда я рад, что я сделал это.
«Йоу, я думала, что я не смогу», или я, «это было для меня сложно», или «я приложила усилия, но я сделала это». И я этому радуюсь. И я понимаю, что это было какое-то для меня было усилие в этом. И оно получилось. И вау. Да? А гордыня — это «я сделала, а ты нет». Я здесь, а вы нет. Да. Я вот хожу на камалашилу, а вы, идиоты, не ходите. Вот это гордыня. У вас, да, нету кармы, а у меня есть. А у меня есть карма за счет того, что... У меня есть карма. У меня есть карма, у вас нету. Вот теперь не будет и у тебя кармы. Да? Вот разложили. Можно просто ходить, не гордиться, просто ходить. И ходить, понимая, почему у меня это есть. Да. Потому что из-за заслуг. И тогда гордыня отступает. Если у меня есть заслуги, то у меня это есть. Тогда гордыня отступает. Ну нет, я же создала эти заслуги. Значит, я крута. У нас тут вопросы. То есть Салиха гордится истинным результатом. Салиха не пренебрегла интересами других. Пишет Татьяна Цивулько. Здесь не про пренебрежение интересами других, Татьяна, мне кажется. Салиха, ну скажи свое. Я для себя чувствую, что, во-первых, это Джо. Потому что я чувствую, что когда-то я с этим сталкивалась, и сейчас это раскрывается для меня. Во-вторых, мое служение в своей семье, когда я была моложе, в юности, это результат этих семей. Угу. Салиха говорит о том, что она понимает, откуда это растет. Что это из прошлой жизни, и это из этой жизни. Она знает, как она это посеяла, и поэтому... И поэтому, наверное, это не дает ей возможности гордиться, это понимание. Здесь не про пренебрежение интересами других. Это про то, что... Вот, Татьяна, это важно отличать гордость от гордыни. То есть, как бы то, что приведет нас к хорошей кофе-медитации, то, что вау, я это сделала, это хорошая кофе-медитация, да, это гордость, это хорошо. Это приведет нас к счастью, это приведет нас к тому, что хорошие семена прорастут быстрее. Это масло для масляной лампы. И гордыня – это то, что заставит меня все потерять, то, чем я горжусь. И здесь не про пренебрежение интересами других, это про то, что я цепляюсь за самосуществование. Я думаю, что я такая сама по себе, не происходящая из моих семян. Это про самосущность. Помним, да, две причины страданий в мире, всей, любой боли. Какие причины любой боли? Невежество и... Невежественное цепляние за самосущность вещей и плохие поступки, которые мы совершаем, исходя из этого. То есть первое – это мы цепляемся за самосуществование. Я круче, чем ты. Я это сделаю, тогда они заметят и скажут: вот, Люба молодец. Это значит, что Люба сама по себе молодец. У Любы есть качество быть молодцом. Да? Люба сама по себе такая умная, такая красивая, такая талантливая, такая тра-та-та. Это ее качество. Есть некая Люба, у которой есть свои качества. Это самосуществование Любы. И когда мы так видим, мы тогда за это начинаем хвататься. А наша задача здесь, если мы уже пришли сюда, то наша задача отпустить это самосуществование, потому что его нет. Это бельмо на нашем глазу. Об этом Татьяна. У меня есть комментарии, Татьяны. Я к тому, что у Салихи истинная гордость все-таки, улыбка, забота о себе, дальше по вещи. И дальше фраза Алисы Толченской. Есть такая полезная практика знать и радоваться в меру заслугам своим и делам, но понимая, что все мне дано от Бога, Будды. Татьяна Цибулько говорит, да, понятно. Ну хорошо, ну пусть. Хорошо. Вот. Короче, мы тут для того, чтобы бороться со своим цеплянием за самосущность вещей. Когда мы видим вещи самосуществующие. И мы в прошлый раз, что мы тут делали? Что мы изучаем вообще? А кто может сказать, что мы здесь сейчас изучаем в Камалашиле? Давай, Салиха. Мы изучаем страх о непостоянстве. И первую группу, которая объясняет, как мы видим мир. Вот. Сейчас прицеплюсь. Мы изучаем страфу о непостоянстве. Да. О непостоянстве ли это?
О чем это? На самом деле есть как бы древний спор о том, о чем вообще это стихотворение, это мантра, это эти слова Будды. О непостоянстве или об иллюзии? О пустоте или о непостоянстве? О чем это? Ну так, подумаем пока эту мысль. А кто может прочитать это стихотворение, скажем так? Кто может это произнести? Ну, подожди, дай кому-нибудь. Вон Тамара сейчас как нам скажет сейчас. Давай. Что-то я даже растерялась. Я Алихова не помнила. Наркати мирам дипа. Майя авашая буддам свапнам. Свапнам ча. Амидья. Абхрамача, Эвам, Даштабья, Санскерт. Да. Тара Катимирам Дипу, Майя Авощая Будбудам, Свапнамча Видью Дабрамча, Эвам Драштабья Санскерта. Это на санскрите. На тибетском кто-нибудь выучил? Мы можем, но нас не слышно. Ах, так. Хорошо, Лена Спирман, давайте. Лена, говорите. Я немножко с музыкой, потому что... Отлично, давайте. Таракати мирам дипо, майя авашая буддудам свапнам, ча виджу абрахам ча, эвам драштавия санскертам. Круто, здорово. Аплодисменты! У меня получается получше музыка, но сейчас чего-то... Отлично. Отлично, здорово получилось. Вот гордость это сказать, я сделала это хорошо. Вот это гордость, это классно. Вы сделали это хорошо. Я когда плаваю вот по вечерам, там, ну, много работаю, я вырываюсь вечером поплавать. Так я, когда плыву, я вот просто ее пою. Вместо того, чтобы считать бассейны, я это пою. Здорово. Поэтому я выучила с песней. И то, что вы произносите эту мантру, помогает вам видеть взаимозависимость и пустоту, то есть держаться в осознанности относительно самосуществования вещей. То есть если что-то вот где-то клинит, где-то накрывает омрачение, это очень сильная штука, чтобы вылезти из омрачений. Ее здорово произносить. Спасибо. Спасибо большое. А когда с музыкой, то лучше запоминается. Спасибо. Хорошо. Абрамча, оно вот не Абрам, а Абхрам, и не Ха чистое, а оно там с придыханием просто. Аб с придыханием. Потому что санскрит, он не по-русски совсем, и не по-английски. То есть там это Ха, оно ползвука, оно просто придыхание. То есть это не четкое ха. Ну, в общем, произношение санскрита мы не будем, потому что я ни разу не санскритолог. Вот. Значит, мы проходили первое слово. Тут 9 сообщений, да? И мы начали с первого, это было... Первая часть из 4, на 4 части они подразделяются. Да, помните? Что за 4 части? Ну, вы так себя ведете, как будто... Я сейчас вытащу, вы можете говорить, потому что здесь зал как-то стушевался. Вы можете говорить, если вы через компьютер. 4 части чего? Это послание состоит из 9 сообщений. Да, 4 да? части. И они поделены на 4 части, кем-то поделены и... И что за 4 части? Вопрос такой. И на что за 4 части? Я озвучу, хотите? Да? Да. Первая группа Таракати Мирам Дипо.
это о том, как мы воспринимаем мир. Вторая группа «Майя» и состоит из одного слова «Каков вкус этого мира? Как ощущаешь?». Третья группа «Овощая» и «Будвуда» «Что с своим миром не так?», отвечает эта группа. Четвертая группа «Сватнамча ведет Акхрамча» «Причина, почему нужно выйти из сансары колеса жизни». Угу, совершенно верно. Я повторю для тех, кто не слышал Салиху, а я так понимаю, что ее не слышали никто, кроме нас. Четыре группы мастер Васубандху подразделил это послание на четыре группы. Первая – это Тарака Тимирам Дипо. Каков твой мир? То есть, как выглядит твой мир? Они отвечают на этот вопрос. Вторая группа – одно слово «майя». Это иллюзия. Это ответ на вопрос, как ты ощущаешь на вкус свой мир? Как ты воспринимаешь его? Каков вкус твоего мира? Третья группа – это овощая и будбуда. Что с твоим миром не так? И четвертая группа – это седьмое, восьмое, девятое, последние три. Причина, почему тебе нужно выйти из колеса жизни. И, собственно, это основано, от каждой из них основано на предыдущем. Вот, и мы прошли Тарака Тимирам Дипо, мы прошли первую группу, Майя, иллюзия, да? Нет, Майю мы еще не прошли, мы третье слово первой группы остановились, Дипо. Тарака Тимирам, это что такое Тарака? Кто-нибудь, кроме Салихи, может говорить? Говори громко, пожалуйста. Звезда. Звезда. Тарака – это звезда, то есть мой мир похож на звезду. И кто может сказать эти шесть качеств, шесть разных интерпретаций, что это значит? Давайте что-нибудь, не стесняйтесь, пожалуйста. Чего вы? Как первый раз? Ничего не помните, что ли? Я на самом деле тоже ничего не помню, но это не что такое Тарака? Что такое звезда? Что это значит? Отвечает на вопрос, каков мой мир. Звезда, Тамара говорит, путешественник на санскрите. Да? Тарака обозначает путешественник. И звезда путешествует по небу. Еще что? Есть шесть интерпретаций этого значение этого слова «звезда». Да? Что значит? Будда сказал, мир – это звезда. Что это значит? Каков твой мир? Он звезда. Что это? Все в нашей жизни как звезда. Это как? Все в нашей жизни как звезда – это на черном полотне неба, нашего невежества, проявляются вещи, похожие на звезды. Угу. И они видятся как звезды. На черном небе нашего невежества. То есть темнота, темное небо, и на нем видны звезды. Если не будет темного неба, звезд не видно. Да? И это темное небо, первая интерпретация, это наше невежество. Да. Что такое звезды? Это второй муж на кухне. Второй муж на кухне. Кажется, что он не моя вина, он сам такой. Да, то есть это самосуществующие вещи. Он сам нехороший человек. Это звезда. То есть все возникает в моем мире, как будто оно само по себе такое. Оно проявляется на меня оттуда. Я ничего не сделала, оно само такое проявляется. И это звезда. Чтобы не спать, надо включить голову и думать. Когда встает солнце, звезд не видно. Да. Что такое солнце? Мудрость. Солнце – это мудрость. Когда Ария воспринимает пустоту напрямую, он не видит страдания, он солнце видит это все правильным образом. Прямое восприятие пустоты. Тогда пропадают звезды. Тогда пропадает неправильное восприятие мира, как будто оно само по себе такое плохое. Угу. Такое не такое все. Или хорошее. Угу. Второе мнение, что звезда это что? Тендер Хларам подсказал, звезда – это истина страдания. Одна из четырех истин Арии. Да? Да. И?
Все есть страдания, звезда это... Все, все есть боль. Все, что есть, все хорошее, все плохое, это все страдания. Почему? Что плохого? Вон, смотрите, булочка у нас тут есть. Что плохого? Вкусная булочка. Привязываемся. Ну, привязываемся. Ну, привязываемся к хорошему. Ну и что? А что плохого? Закончится. Закончится. Булочку съем и не будет. И буду потом переживать, что булочки-то нет. Не съем, высохнет, тоже проблема. Много уже обожраться можно. Да, я думаю, что булочка, она вкусная сама по себе такая. И мне приятно ее есть. И если я съем, если это так, то я съем две булочки, мне будет еще приятнее. Но если я съем 20 булочек, мне будет в 20 раз приятнее. А если я съем 100 булочек, мне будет в 100 раз приятнее, правда? Не всегда так. Попробуйте съесть 100 булочек. Да, все в этом мире есть страдания. То есть если вещь является удовольствием, если хорошая вещь это, она несет мне счастье, то чем больше, тем больше счастья. Но иногда страдание, плохая вещь, которая ведет меня к страданию, она начинается с чего-то приятного. Да? Приятная булочка, вкусно есть. Попробуйте съесть 100 штук сразу. И тогда вы поймете, что все-таки это... Если одна и та же вещь в начале вроде ничего, а в конце плохо, значит это, суть этой вещи что-то плохое. Mm-hmm. Суть не может быть хорошей, если ты ее увеличишь, и тебе будет плохо. Это тендер Хлорампа. Все мы живем под звездами, говорит тендер Хлорампа. Все санскартом. И когда вы увидите свет в медитации впервые, увидев пустоту напрямую, вы выключите звезды навсегда. Третье мнение про звезды, про звезду. Что такое звезда, что такое темнота? Звезда — это наша реальность. Нормально. Здесь нету мнения о том, что темнота — это плохо. Здесь наоборот, темнота — это пустота, это потенциал проявиться чему угодно. И темное небо — это потенциал для проявления звезд. Не было бы темного неба, нельзя было бы проявиться звездам. То есть темнота — это пустота, и на нем проявляются объекты, звезды. То есть наша обычная реальность, она может проявляться только благодаря пустоте. И это третье мнение. Четвертое мнение. Что у меня тут четвертое? Написано, мы слепы относительно своих проблем. Но нет дерьма. Угу. Я не помню, что это. Темнота — это хорошо или плохо? Это вот в каком ключе? Если говорить о... Я вас вытащу, вы сможете говорить. Вы, пожалуйста, говорите. В смысле, вас вытащу. Я вам открыла возможность говорить. Темный... Это хорошо. Это потенциал. Да. Потому что это может стать чем угодно. Это как бы наша проекция, куда мы... Ну, это как бы пустой экран, а звезда проектирует на пустоту. Мы как бы... Да, Лена, если мы думаем, что говорим, что темнота — это пустота, то это хорошо. А если мы говорим, что темнота — это невежество? Это плохо. Это плохо. Так вот сама по себе темнота — это чего? Это хорошо или плохо? Это, ничего. Это потенциал. Это зависит от того, как мы на это смотрим. Да. Если мы говорим, что это невежество, то это плохо. Если мы говорим, что это пустота, это хорошо. И это пустота темноты. И четвертая интерпретация звезды — это пустота темноты, пустота звезды, пустота всего того, что нас окружает. Это и не хорошо, и не плохо. Я какая? Я умная или я глупая? Это что? А ну, все пусто. Да? И это четвертая интерпретация звезды. Пятая интерпретация звезды от Арина Гарджуны. Тишина мне в ответ. Так, сейчас скажу.
еще у меня тут какое-то вспомнило оборудование. Так, иллюзия. Татьяна Цибулько пишет. Значение звезды – это иллюзия. Татьяна Цибулько совершенно права. Звезда – это иллюзия в пятой интерпретации. Почему? В книжке этого не написано. Там есть картинки. И они... Это пустой экран, да. Какая это медитация номер? Это как отражение, наверное, в ведре. Да, верно. Круто, 5 баллов. Это отражение. Помните ведро с водой? Да. В ведре с водой отражаются звезды. Да. Есть ли звезды в ведре? Нет. В ведре звезд нету. Это не просто отражение. Это, в смысле, это отражение, но не просто чего-то, что существует. Может быть, звезда погасла давно, но ее свет идет к нам. И он отражается в ведре с водой. А мы видим звезду в ведре. И так все в нашем мире. Мы видим это, как будто оно там есть. Но его может не быть раз в ведре и два в небе также. Да. Потому что наше восприятие искажено, пишет Татьяна. Потому что наше восприятие искажено, да. И звезда – это иллюзия здесь. То есть весь мир, все вокруг нас. Звезда – это описание мира. Все вокруг нас. Каждое наше чувство, наша мысль, наше ощущение, наша ситуация вокруг. Каждый человек – это звезда в ведре с водой. И шестое, последнее. Интерпретация звезды – это что такое звезда? Это не постоянство, это... оно приходит, уходит. Да. Ну, утром его не видно, вечером видно. Не постоянство. Звезда всегда на небе пропадет утром. Сегодня, сейчас она есть, но с утра ее не будет. Все это не постоянно. Все, что есть в нашем мире, даже мое тело, оно когда-то закончится. Все не постоянно. Не то, что работа, деньги или там партнерские отношения. Все закончится, даже тело. Отлично, это было про звезду. И там картинки в вашей книге, картинки. И это... Геша Майкл называет эти картинки идим. Идим. Это image of idea. То есть изображение идеи. Ну, спасибо. Ну, я думаю, что у меня есть... У вас есть вот такая книжка, и в ней есть вот такие картинки. И вы можете сами разобрать, к чему относятся эти картинки. Лупочка, покажи, пожалуйста. Показываю, пожалуйста. Звезда на небе, и небо – это экран, на котором вы смотрите свое кино. Да? Вы смотрите свое кино на пустом белом экране. Пустоты. В данном случае вот это изображение. Вот, и, собственно, идея какая? Вы это все открываете дома, и 15 минут над каждой картинкой вы медитируете, делаете аналитическую медитацию. Вы вспоминаете идею того человека, который эту идею выдвинул, скажем, про то, что в данном случае, про то, что это звезда на небе. Это как все, что есть в моей жизни, как в кино на белом экране. Белый экран не содержит ничего. И это потенциал для проявления всего, чего угодно. И это пустота. И вы медитируете на эту тему. И тогда это становится вашим. А пока то, что вы не помните, говорит о том, что вы не медитировали. Вот. Возвращаюсь, Ильи. Спасибо. Вот. Поэтому надо медитировать. Тогда вы будете не просто помнить сейчас, чтобы ответить на уроки, а вы будете помнить об этом в жизни, что, собственно, является нашей целью. Дальше. Тарака. Дальше было слово Тимирам. Что это значит? И это все ответ на вопрос. Это все ответ на вопрос, каков наш мир. Мир вокруг вас – Тимирам. Что такое Тимирам? На русском это темнота.
Тим, это корень тим, темнота. Быть отрезанным. Да. Бояться. Да, быть отрезанным, быть напуганным. Быть вдали и бояться. Да. Я отрезан от мира, я напуган, я в темноте. И еще вот слеп. Я слеп. Глазу. Совершенно верно. И это значение тимирам. Вот, когда я сидела на этом занятии, на этих занятиях, я тоже, люди что-то отвечали, что-то понимали, а я понимала, что я вообще ничего не понимаю. И Геша Майкл вот делал вот эти вот, вот такие ходы, как мы сейчас делаем. А теперь давайте вспомним, что же было на прошлом уроке. И я такая... Вот. Но это очень крутая штука. То есть, когда вы в ней разберетесь, ее запомните, это правда, ребят, круто очень. Потому что ты начинаешь это все время, ну, оно вырастает и становится такое дерево в голове, которое постоянно ты об этом помнишь. Ты всегда об этом помнишь просто, и все. Ты смотришь на все вокруг, ты... Ага, все это звезды. Все это бельмо на моем глазу. Все это. Ты просто это. И такой кайф. Ну, кайф это вот всегда быть в этом. Очень круто. Очень рекомендую. Помедитируйте на эту тему. Татьяна Цибулько пишет лампа. Пишет лампа. Да. Спасибо, Татьяна Цибулько. Тимирам. Да. Шесть значений. Тимирам. И одно из них. Первое. Ты думаешь, что там что-то есть, но его там нет. Да, ты думаешь, что там что-то есть, чего нет. Да. Это бельмо на глазу. У меня на глазу бельмо. Я вижу то, чего нет. Это мое бельмо. Я его вижу. Второй муж на кухне. Второе значение. Опять же, Тендер Хлорампа говорил нам, что Тарака – это... Страдания, все есть страдания. Mm-hmm. Про тимирам что он говорит? Сломанный инструмент для восприятия. Что поломался наш, что мы, ну, у нас испорчено этот инструмент, который мы видим. Оборудование, мы смотрим сломанным телескопом на звезды. Наш телескоп сломан. И мы через него пытаемся увидеть небо. Знаете, Геш Майкл говорит, ты когда смотришь на небо и видишь не одну луну, а две. И вот... А потому что у тебя не сфокусирован бинокль. Ты в бинокль смотришь и видишь два объекта. А на самом деле он там один. Просто надо их это, сблизить, подкрутить. И у тебя колесико подкрутить, и у тебя два окуляра, они сойдутся ближе. Резкость навести. Да, резкость навести. То есть это когда на небе две луны. Это когда два мужа на кухне. Ну, мы-то видим одного, которого нет. Мы, которые есть, даже и не думаем про него. Да? И у нас сломанный инструмент восприятия. И это не ум, это не проблема в уме. Это не с умом моим что-то не в порядке. У нас проблема с глазами, с ушами, с носом, с языком. Все органы чувств, все сломаны. Сломанный инструмент. И в этом истина страдания. И это есть страдание. Потому что у нас бельмо, и мы не можем видеть истину. Если бы не было бельма, мы бы не видели страданий. Ария не видит страданий в момент прямого восприятия пустоты. Вообще. Будда не видит страданий, как страданий. Он видит карму, он видит прошлую карму, будущую, что мы создаем. Но он не воспринимает это как что-то плохое для себя. Третье мнение. Кончо темпе друме. Вы видите проблему, потому что есть царапины на глазу. Царапины? Волосы. Волосы, царапины. В унитазе. Да. Волосы в раковине, да? Да. Будда не видит волос в раковине. Это царапины на вашем глазу. Это там в раковине нет волос, в ванне нет волос. Это царапина на глазу.
Она на волос похожа. Это вот картинка там у вас есть в книжках, где на экране телефона, на камере телефона царапина. И поэтому все картинки, все фотографии, они с царапиной. На всех фотографиях полоса, потому что на камере царапина. Понимаете? Да. И здесь волосы в ванне. Четвертое. Что такое Тимирам? Мы слепые относительно своих проблем, а у Будды нет бельма. И вообще у учителя нет бельма. Мы не видим свою проблему. Мы видим... у нас нет бельма по поводу другого человека. Что? Это соринка в глазу или это бельмо на глазу? Мы видим... Ясно видим, что проблемы другого человека, они... Ну, вообще с ними очень легко разобраться. Но моя проблема, конечно, неразрешимая. То есть я понимаю про ручку. Я все понимаю. Очень часто люди мне говорят, я все понимаю. Но мой муж, моя жена... Вот. То есть, когда человек говорит, я все понимаю, я понимаю, что у нас проблема. И мне будет с ним непросто. Вот, потому что у нас есть бельмо относительно нашей проблемы. Про ручку все понятно. Ручка и собачка, что проще-то, глупость какая-то, ну что тут. Но моя жена, вот с ней сложности, она вот не поддается вашим законам. У нее все по-другому. Вот, и это наше бельмо на глазу. Мы не видим этого. Почему, говорит Тандархарампа, нет, Кончо Тампадруме, он говорит, вы сумасшедший. У вас сломано вот это все в голове. Сломан инструмент, сломан инструмент, которым вы смотрите, которым вы воспринимаете этот мир. Поэтому у вас ум неправильный. Неправильно воспринимает, он получает неправильную информацию, и поэтому он неправильно реагирует. Пятая интерпретация. Тимирам. Колесо жизни. Колесо жизни, да. Колесо жизни. Что это? Что это значит? Естественная природа ошибаться. Человек, ошибочное восприятие – это естественная природа человека. Если у тебя было бы нормальное восприятие, ты бы уже не был человеком. Если ты человек, ты уже завод и страх. Может быть, что если у нас это все сломано, мы неправильно видим, поэтому мы вынуждены из-за того, что мы неправильно видим, все время быть в колесе жизни. То есть совершить ошибки. Да. У нас восприятие, сломанное оборудование, мы неправильное, поэтому мы все время этим оборудованием, благодаря из-за этого все время в колесе жизни. Да. Благодаря тому, что у нас сломано восприятие через глаза, у нас сломанные глаза, у нас сломанные уши, у нас сломанный нос, у нас сломанный язык. Мы чувствуем всю эту жизнь всеми своими органами чувств, мы чувствуем ее неправильно, потому что язык нам врет. Он говорит, что сладость происходит из булочки, потому что пока я булочку в рот не положу, у меня нет сладкого. А вот сладкая булочка, она сразу делает мой рот сладким. Значит, понятное дело, это из булочки. И это мой рот врет моему уму. И мой ум правильно анализирует неправильную информацию и говорит, да, булочка сладкая. И это ложь. Потому что сладости в булочке нет. Кто добавил сахар в булочку? Это когда мы давали что-то вкусное другим людям? Да, мы давали что-то сладкое другим людям. Что-то говорили сладкие слова хорошие. Спустить себе жизнь. Да. Иногда, вот я, например, замечаю, что у людей, которые вечно бурчат и недовольны, и все им не так, у них со возрастом меняется вкус, и пища становится невкусная. Я ем, мне так вкусно. А рядом сидит человек и говорит, да что это все пересоленное, все недосоленное, все горькое, все не так. Мы одну еду едим.
потому что четыре цветка, потому что это становится привычкой, это усиливается с каждым, с каждой маленькой сансаркой, она растет, 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 растет. И это наше ошибочное восприятие приводит нас к каждой сансарке. Мне горько есть эту горькую еду, и я говорю, фу, какая горькая еда, да что вы мне приготовили, что вы мне даете, и я ругаюсь на эту еду, и я сею семена, чтобы снова была горькая еда, и чтобы люди на меня ругались и были недовольны тем, что я делаю, и так я создаю колесо. И тимирам это колесо, которое я создаю, потому что я думаю, что это горькая еда, что в ней горечь. Кто добавил горечь в мою еду? Э? Тамара. Тамара, громче, я не слышу отсюда. Сами добавили. Сами, я добавила горечь в еду. Прислали перчик. Да, я добавила сахар в эту булочку. В каждую булочку, которую ем, я добавляю сахар. Это мое восприятие добавляет сахар. Тем, как я общаюсь с другими людьми. Дальше. Шестая, последняя теория относительно, что такое тимирам. Очень крутая. Лобура, лютные, это да. Что, мозги можно поделить. Да, одна опухоль лечится, а другая совсем метастазы поражает нас, и она вообще не лечится. Есть, да, есть опухоль, которую можно отрезать, да. А есть опухоль, которую нельзя отрезать, которая, если ты отрежешь, то ты отрежешь тогда, ты разрушишь, отрежешь все. Мне пришла на прием собачка, я говорю, если удалить опухоль, то собачки не останется. Можно отрезать кусочек ушка, и там будет без опухоли. А все остальное – это опухоль. Везде метастазы. Нельзя спасти. Но это не та ситуация, к счастью. Хорошая новость. Наша опухоль на глазу – это другая история. Ее можно отрезать. Что такое наша опухоль на глазу, наше бельмо на глазу? Что это? Невежество. Наше невежество. И мы можем его отрезать. Мы можем его удалить. И это хорошая новость. И это то, почему мы здесь. Если бы ничего нельзя было с этим сделать, не было бы смысла все это изучать. То есть метастазы – это наше невежество? Нет. Это просто пример. Метастазы – это о том, что если есть рак, когда есть метастазы по всему телу, и отрезать нельзя. Можно там химиотерапию лечить, там по-всякому. Но отрезать нельзя, потому что отрезать – нечего отрезать. Все поражено. И это ньюкне на тибетском. Лобура – это когда опухоль одна снаружи, ее можно отрезать. Может, не одна, но ее можно отрезать. Если мы говорим про глаз, что у меня на глазу это что-то мешает, то это опухоль на глазу, которую можно отрезать, и глаз останется. И тогда это бельмо уйдет, и я смогу видеть, как есть на самом деле. У меня не будет волос в ванне. Короче, наша ситуация такова, что мы не ньюкне, мы лобура, те, которые можно починить. Наше невежество удаляемо, удалимо. Его можно убрать. И это крутая новость. Это похоже, да, картинка 8, да? Да, это картинка 8, где хирург делает операцию на глазу. И он убирает опухоль, и останется глаз без опухоли. Ура! А что такое операция? Что это такое? Обучение. Я думаю, что это прямое восприятие пустоты. Точно. Раз, отрезали, и дальше все. Ну, то есть, дальше уже 7 жизней максимум. Та-да-дам. Угу. Вот, это Тарака, Тимирам и Дипо. Мы в прошлый раз об этом говорили. И последнее Дипо, это... Давайте уже ревью закончим на этом. Что такое дипо? Корень дип, сиять. Дипо, дыва, это горящая лампа. Горящая лампа. Дипо. Долго и, дипо. Угу. Первое мнение, шесть значений. Что такое дипо? Первое значение. Огонь, лампа. Масляная лампа. Это все масляная лампа вообще, как бы вот. Дипо это вообще лампа, горящая лампа или горящая свеча. Это сознание, это
Первое какое значение? Что такое? В масляной лампе есть три компонента. Фитиль. Тамар, говори громче. Ты правильно все говоришь, не стесняйся. Ты хорошо говоришь. Можно громче? Кто сделал уроки? Если ты... Тамар, если ты ошибешься... Ничего страшного, потому что мое вот сейчас, поскольку я сфокусирована на этом, моя картинка — это тоже тщеславие. Я боюсь допустить ошибку. Это гордыня. Я должна быть безошибочной. Я должна только правильно говорить. Поэтому я стесняюсь сказать что-то неправильно. Это гордыня. Это мое восприятие. Я не стесняюсь, я просто думаю, что я еще не знаю это. Если ты думаешь, что ты это не знаешь, и ты боишься произнести что-то неверно... Не, ну а что говорить, то что, если я сомневаюсь в этом? Если я не сомневаюсь... А мы здесь пришли для того, чтобы учиться. И мы можем это говорить... Про гордыню, наверное, это про мои сомнения в себе. Сомнения в себе отсюда, да. Кстати, сомнения в себе очень здорово блокируют наш духовный путь. Они не дают идти. Они говорят, ты не сможешь, сиди. Даже попу не поднимай, у тебя не получится. И все. И ты сидишь. И так вот. И... А да, у нас от Ольги есть сообщение к предыдущей мысли, которую мы обсуждали. Ольга? Если мы отрежем свое невежество, мы разве не переходим на уровень выше человека? Если так, то по сути человек таки в нас умрет, останется ария. Вот что пишет Ольга на ту предыдущую мысль. Ну, да, конечно, Ольга совершенно согласна насчет «человек умрет». Я не знаю, мне кажется, человек превратится. Он не умирает. Человек вообще не умирающий, мне кажется, вещь. А, ну, как сказать? Но, конечно, он превратится. Потому что во всех учениях говорится, что Будда превратился. То есть он был человеком, он превратился в Будду. Здесь не про смерть как таковую, а про путь. Мы просто превращаемся. Я вчера была одна Люба, а сегодня я другая Люба. Я превратилась в себя сегодняшнюю. И каждый день каждое мгновение я превращаюсь в новую, потому что это поток. Мы же помним, да, это ум — это веревка с бельем или это корзина с бельем? Да? Это поток. Итак, что есть в лампе, масляной лампе? Или в свечке? Фитиль. Воск или масло. Субстанция, которая горит. И третье – это огонь. И вот вокруг этих трех составляющих все обсуждение. И первая идея большинства. Мастер Камалашила, мастер Васубандху, Джамьянг Шипей Дорджи, Чонэй Лама. Все они говорят, что первая их версия – что такое лампа, что такое фитиль, что такое масло? Огонь — это лампа — это осознанность из фитиля. Лампа — это осознанность. Фитиль — это карма. Фитиль — это карма, говорит Салиха. Топливо — это цепляние за вещи. Масло — это цепляние за вещи, говорит Салиха. Это наше, да, восьмое звено колеса жизни. Я вижу вещи сами существующими, и я хочу хороших вещей. Я хочу булочку. Я думаю, что она существует сама по себе, потому что она сладкая, потому что сахар в ней, и я ее хочу. Я цепляюсь за булочку. И я не хочу... Чего я не хочу? Не знаю, чего я не хочу. Ну, чтобы хотелось булочка, да, что-то плохого, да? Что-то происходит я в моей жизни. Я не хочу бедности. Бедности не хочу. Я не хочу... Войны. Хорошо. Хорошо. Не хочу бедности. Я думаю, что бедность существует сама по себе. Я не хочу чего-то неприятного. Какой-то человек сказал мне плохие слова какие-то. Я не хочу, чтобы он больше приходил. Он плохой человек. Я думаю, что он такой злой человек, нехороший человек. Это в нем. И я поэтому не хочу, чтобы он приходил. И я говорю, нет, уходи. И это цепляние за самосуществование этого плохого человека. И это цепляние создает сансару, маленькую сансарочку. Наша большая сансара – это коллекция маленьких сансарочек, которые я создаю. Гешмекл говорит, вы создаете сотни сансарочек каждый день.
Да, мы хотим денег, нам дают деньги, мы говорим, о, отлично, сейчас я все потрачу. Налоги я платить не буду, зачем? Вот, и мы создаем сансарочку. А вот на этом мы и остановились. Мы вот это вот тарактиям дипо не закончили. Не закончили мы дипо в прошлый раз. И сейчас мы сделаем перерыв, иначе мы вообще не успеем, не уложимся. Мы сделаем сейчас перерыв на 10 минут. Пипи брейк. И через 10 минут мы возвращаемся без 10. Мы вернемся и начнем дипо поподробнее. Спасибо вам. Мы вернулись. А вы? Что мы посвящали им нашу вкусную еду тоже. Да, Макс говорит, что мы нашу вкусную еду посвящали вам. У нас была вкусная еда. Можно не есть уже. Мы уже за них поели. Вам можно не есть, мы за вас поели, говорит Тамара. Так, вы с нами? Мы тут пишем, еле успеем, да. Ну вот, я надеюсь, вы за нас тоже что-нибудь поели там. Тоже вкусное. Так что мы в расчете. Вы здесь? Занятия тоже можем историю послушать. Занятия послушать за вас. Да, можем за вас занятия послушать. Чай с клубничкой, вот. У Лены был чай с клубничкой. Это прекрасно. У меня тоже есть чай. Ну, без клубнички, но... Ну, тоже хороший. Хорошо, продолжаем. Итак, дипо. Дипо – это масляная лампа или свеча. Первое мы обсудили. Второе понимание этого вопроса. Тендер Хлорампа говорит, что фитиль – это материальная причина. Мы это обсуждали же в прошлый раз. Да. Давайте вспоминать. Фитиль – это материальная причина. Что такое материальная причина? Семя. Вау, я вижу интерес в глазах Макса. Первый раз за это занятие такой яркий. Вау, я знаю. Жду, что ответит. Да, ну скажи. Материальная причина – это тот материал, который производит результат. Да, это то, что превращается в результат. Да. И сопутствующая причина. А это что? Это все, кроме этого материала. Это масло. Это масло, это все остальное, что приводит к результату. Да, почва хорошая, вода, чтобы дерево выросло. Материальная причина – это семечко, это желудь, например, для дуба. И сопутствующая причина – это тепло, почва, солнышко. И все остальное, удобрение, может быть, если нам хочется. Вот. И это масло, то есть свеча в данном случае это состоит из фитиля, и фитиль – это материальная причина или сопутствующая причина? Огня. Материальная. Огня. Фитиль – материальная. Фитиль – материальная причина, конечно. Он сгорает и дает огонь. Да? Сопутствующая причина что? Масло. Масло. Масло, потому что если... Не будет сопутствующей причины. Будет гореть фитиль? Нет. Ну, нет. Подожди. Будет, но сразу сгорит, и все. И никакого света не получится. То есть огонь будет, но неэффективно, потому что сгорит за 2 секунды, и все пройдет. Да? Но если мы совместим вместе сопутствующую причину, то есть масло, фитиль, то есть материальную причину, будет свет. Потому что мы-то хотим свет. Будет огонь, и он даст свет. Да? И вот, собственно... Тендер Хлорампа говорит о том, что такая интерпретация. Материальная причина, сопутствующая причина, и мы имеем результат. Да. Это огонь. И это, говорит Тендер Хлорампа, Будда имел в виду именно это, что дипо – это материальное, здесь Будда говорит о материальной причине и о сопутствующей причине. И что вообще у нас в нашей жизни может быть материальной причиной, сопутствующей причиной? Я, например, хочу денег. Материальная причина для денег – это будет, например, 1000 рублей.
Материальные причины для денег 1000 рублей. Да, а сопутствующие причины это... 1000 рублей кому? 1000 рублей куда? Куда? Куда 1000 рублей? Вот лежит 1000 рублей. И что, на материальные причины? Надо подарить. Надо подарить. То есть, если я даю 1000 рублей, то это становится материальной причиной. Так, то есть не сама 1000 рублей материальная причина, а даяние 1000 рублей. И это материальная причина, согласна. Да. Дальше. А сопутствующая причина это что? Это мое намерение, так? Кофе налить. Намерение и радость от того, что я это сделала. Йоу! Да. Кофе-медитация туда же входит. Кофе-медитация, да. В данном случае сопутствующая причина это кофе-медитация. Да, и это очень, мне вот очень это... нравится и кажется очень полезным, потому что мы забываем про кофе-медитацию. Геша Майкл всегда говорит, делайте кофе-медитацию. И мы такие, да-да-да. Это масло для свечи. Не будет масла, не будет света. Вы чего хотите? У вас свечка, воск. Если у вас один фитиль, у вас не будет света, сгорит все это. И так это будет без кофе-медитации. Вы не получите света. Вштырило, хорошо. Моя задача, чтобы вштырило. Без кофе-медитации не будет результата. Пусть вас вштырит эта идея, которую предложил Тендер Хлорампа. Без кофе-медитации вы не получите того результата, который вы хотите. Не вырастет оно. Будет свет? Да, будет. Бжик, все, ничего нет. Сгорел фитиль. Вы забыли добавить масло в лампу, воск в свечку. Для негативной стороны это что? Мне Володя дал денег. А, мне Макс дал денег. Пойду поем хорошо в ресторанчике где-нибудь. Прогуляю, никому не дам. Налоги не заплачу. Хорошо? Материальная причина. Материальная причина. Я взяла деньги и... потратила их, например. Не заплатила налоги с доходов, ничего не хорошего. Посадила дальше. Не посадила дальше, но это я как хочу, может, я не хочу денег. Поэтому не посадила дальше. Хорошо, я не заплатила налоги. Угу. Да, мы должны по закону платить там подоходный налог. В разных странах по-разному, ну, у нас 13%. Ну, я сказала, ха, я знаю, но я не заплачу. А зачем? Я лучше... 13% от 1000 рублей это 130. А 10 тысяч это вообще 1300. Я лучше на это 1300 что-нибудь сделаю. И тогда, что становится здесь моей кофе-медитацией? Сопутствующая маслом. Причина становится, о, я такая классная, я не заплатила налоги, у меня теперь есть деньги, и в следующий раз я тоже не заплачу. Да, это становится сансарой в тот момент, когда мы радуемся тому, что мы сделали плохо. Мы сделали хороший поступок или плохой поступок. Но мы радуемся этому. И это масло в нашей масляной лампе, это воск в нашей свечке. Оно горит. Дает хороший, яркий свет. И мое правительство меня обманывает и не платит нам пенсии, медицина загибается, и мы сидим и ругаем правительство, потому что же они такие-то? Медицины у нас нету, и все развалилось, образование-то разваливается, и медицина-то разваливается, и бомжей вот вывозят за 101 километр. И потому что готовятся к показухе, к вот этой вот чемпионату мира. И это все только... Да, и что ж так все плохо-то? Пойду еще что-нибудь украду. Понимаете? И таким образом я создаю это правительство, я создаю это все в своей жизни. То есть это может быть позитивно, это может быть негативно, как нам хочется. Что делаем, то получаем. Но кофе-медитация, то есть наша эмоция, которую мы вкладываем в это масло для свечи. Третья интерпретация. Conjo tempe drume. Мы на этом вот... Нангтонг. Видеть вещи, которых нет. Нангтонг, да. Угу. Вот на этом закончили. Да. Conjo tempe drume говорил, о звездах он говорил, что
темнота – это пустота. Как экран пустой, на котором мы видим свое кино. То есть это потенциал для проявления. Пустой экран для фильма, для того, чтобы смотреть фильм, белый экран – это пустота. И там проецируем мы свое кино. Это так он объяснял Тарака, звезды. Здесь он говорит о том, что в буддийских терминах на тибетском это нанг и тонг. Нанг – это пустота, а тонг – это то, как это проявляется, как эта пустота проявляется. И она делится на два, то есть проявление пустоты делится на два, проявление и пустота делится на два. Это пустота людей и пустота вещей. Вещей в смысле не в смысле вещей, не в смысле вещей, а в смысле событий и всего, что нас окружает. То есть вещи – это все, что нас окружает. Пустота людей и пустота вещей. И вот… Нет, вру. Нанг – это то, что возникает, это люди и вещи, а тонг – это пустота. Обманчивая реальность. Здесь очень крутая тоже. Очень крутая идея. Обманчивая реальность – это то, что нам лжет. Это то, что выглядит, как будто оно такое само. Булочка выглядит сладкой, ну, на вкус. Да? И кажется, что сладость в булочке. Мой язык, когда я ем булочку, мой язык мне врет. Он говорит, ты положила булочку в рот, тебе сладко. Сахар в булочке, говорит язык. До того, как булочку в рот не положишь, тебе не сладко. Поэтому сахар в булочке. И он, язык посылает сигнал в мозг, что мне сладко. И мозг такой, ага, потому что я ем булочку. Булочка сладкая. Обманчивая реальность. Вещи выглядят так, как будто это из них все. На самом деле, наоборот, вот так. Вот так. Да? Почему мы так это видим? Почему мы так это видим? Потому что семена такие. Потому что семена нас так такие. Нас так научили? Сломано. Потому что у нас сломанное оборудование. Мы смотрим через сломанный телескоп на звезды. Наше оборудование испорчено с фабрики. Нас выпустили с фабрики испорченными. Мы родились в эту жизнь бракованными. Да. Мы брак, фабричный брак все. Нас невозможно научить по-другому. Мама не могла научить нас по-другому, потому что наше оборудование сломано. Потому что у мамы оборудование. И у мамы оборудование сломано. Я не знаю. Про маму я не знаю. Может, она Будда была? И она просто хотела, чтобы ты росла и развивалась, и поэтому к тебе, так, не знаю, плохо относилась, например. На гречку ставила. На гречку ставила, да, на горох. Моя бабушка говорила, мы в детстве на горохе в углу стояли, а не просто так в углу. На горох тебя. Тебя на гречку? Меня тоже не ставили. У нас сломанное оборудование, поэтому мы видим обманчивую реальность. Наша реальность выглядит вот таким способом. Потому что мы воспринимаем ее через бракованный телескоп. Наш нос нам врет. Когда мы встречаем человека, который плохо пахнет, наш нос говорит, этот человек не принимал душ, наверное, месяц. Наш нос нам это говорит. Да? Нет, это ты не уважал отношения других. Это твои прелюбодеяния. Это твое неуважение к партнерским отношениям. Леша Майкл говорит, если вы будете уважать отношения других, все вокруг вас будут вовремя принимать душ. Не будет плохих запахов. Наш нос говорит нам, что этот запах исходит от того парня. Нет, он исходит от меня. Согласно Кончо Темпендруме, выглядит так, что мир происходит оттуда. Арья
Тот, кто видел пустоту напрямую. Арий называется тот, кто видел пустоту напрямую. Как вы думаете, как называются люди, которые не видели пустоту? Цуртонги. Откуда ты знаешь? Цуртонг. Совершенно верно. Потому что цор – это этим путем, тонг – это видеть. Это те, кто видит вещи, происходящими этим путем. То есть арий – это тот, кто видит, ну, видел вещи, что они происходят вот так. А цуртонг – это тот человек, который видел. То есть Гешемайкл говорит «incoming seer». То есть человек, видящий, что вещи происходят из себя. Нет. Да. Да, правильно. То есть видящий входящий. Не знаю, как перевести incoming seer? Есть идея, как перевести incoming seer? Seer – это видитель. See – to see and ear. А, seer. Угу. Будем входящим, видящим считать. Да. По-русски это самосущие, разве нет? Ну, самосуществующими, да. Но здесь другое, мы видим, что они происходят из себя. Ручка из себя происходит. Мы видим, что ручка – это ручка. Ну, понятно же, что это ручка. Собака, зачем ты грызешь ручку? Ты дура, это ручка, не грызи ручку. Это третье значение лампы. Люди видят вещи, происходящими вот этим путем, вот так. И об этом говорит Конджо Темпе Друме, что это наша встроенная программа видеть вещи, происходящими вот так. Четвертое. Нагарджуна и Конджо Темпе Друме говорят другую идею. Леша Майкл говорит, это сложная идея, но вы ведь любите сложное. Да. Хорошо. Вещи пусты, но они работают. Конечно. Как правильно было бы сказать? Мой муж может меня ударить сковородкой. Он так. Пуст, конечно, но он работает. Ага. А как правильно это сказать? Вещи пусты, но они работают. И все-таки они работают. Вещи пусты, но все-таки они работают. Как правильно сказать? Если мы тут это махаяна, там все такое. Блин. Если мы махаянисты, если мы цинкописты. Как правильно сказать? Вещи пустые, и поэтому они работают. Ну да. Они, если бы они не были пусты, они были бы сами по себе, мы бы ничего не могли изменить. Не было бы возможности изменить этот мир никакой. Только потому, что они на самом деле не плохие, хорошие, вредные, полезные. Только потому мы можем их изменить. И мы можем достичь просветления. Это единственная причина, по которой мы здесь. Что мы можем изменить этот мир. И для этого не надо бегать и менять каждого человека вокруг. Значит, он сам по себе, он вроде бы тоже должен работать, тоже придет по голове стучит. Придет по голове настучит, но он сам по себе, я ничего не могу изменить. Со мной так случилось. У нас есть Атулье замечание. Оно работает в том смысле, что благодаря своей пустоте, благодаря тому, что эта вещь пуста, она работает, она действует, что-то делает, но если она не пуста, если она имеет свой потенциал, да, то есть она, если она сама по себе, то, конечно, она может тоже работать, конечно. Но тогда мы не можем с ней работать. Просто хочу понять отличие. Как она может работать, да. Если таких вещей не бывает? Не бывает самосущих вещей. Не бывает вещей, которые сами по себе работают. Не бывает вещей, которые сами по себе работают. Они все из нас происходят и работают. Штука в том, что вещи все происходят из нас, но при этом они работают. Понятно. Могут работать и самосуществующие вещи. Но самосуществующая вещь, она неизменна. Здесь мы пойдем сейчас
в разговор об изменяемых и неизменных. Самосуществующая вещь, она же неизменная. И когда она работает, она тратит энергию, правильно? Если я подойду, стукну тебя сковородкой по голове, я потрачу энергию, правильно? Значит, я изменюсь. Значит, я изменяемая. А если я изменяемая, значит, я не самосуществующая. Это доказательство, да. А если я самосуществующая, то я неизменная. Да. Значит, не работает. Если вещь работает, если вещь работает, значит, она пуста. Ну, да. Это как бы вывод, который можно пройти по этому вот по длинному пути и прийти к этому. То есть самосуществующие вещи не работают. Самосуществующие вещи не могут работать. Да. Какие мы знаем неизменные вещи? Неизменные вещи. Не то чтобы самосуществующие. Пустота и пустое пространство. Две. Там три вещи, Майкл говорит, но я дальше не знаю. Ты знаешь? Правда. Истина, да. Истина. А, ничего себе, я не знала. Ну вот. А у меня в чате есть немножко... Да, в чате. Фактическое то, что произошло. От Татьяны Цибулько немножко дальше. Мат-причина, материальная причина равно придержать деньги, сопутствующая причина порадоваться своей скупости. Дальше она делает комментарии к цуртонгам. Она спрашивает, дети. Цуртонги – это дети. Они не видят, ну, дети, которые не видят ничего. Дальше. Вещи, происходящие навстречу нам. Это вот к тому, что мы обсуждали. Дальше Ольга. Вещи пустые, поэтому они работают. Татьяна. Вещи не существуют, потому что они существуют взаимозависимо. Счастливо. Спасибо. Ага. Здорово. От Татьяны последнего. Вещи не существуют, потому что существуют взаимозависимо. Угу. Вещи не существуют, потому что существуют взаимозависимо. Ну, хорошо. Правда в смысле факта, да? Факт, что звучит истинно. Это изменяемое, неизменно. Угу. Вот. Факт, что здесь нет мыши, неизменно. Факт, что здесь нет фиолетового слона, неизменный. Хорошо, спасибо, Макс. Кстати, я вот это не знала про факт того, что это... Факты. Факты. Неизменные, да. Я что-то как-то тоже забыла об этом. Забыла об этом. Рассказывал. Да, чуть-чуть я... Я бы теперь вспоминаю, что глубоко, я это слышала. Ага. Я бы глубоко не погружался, но упоминал. Угу. Хорошо, что у нас сегодня есть Максим. Хорошо. Итак. Вещи пустые, но они работают. То есть, если соблюдены причины и условия, то вещи работают. То есть, на языке DCI это называется как? Люди DCI. Кто у нас люди DCI? Это о чем на языке DCI? Аспирин. А, да. Пуст, но он работает. Аспирин, да. В чем заключается действие аспирина? Зачем я принимаю? Мы можем по-разному, но тем не менее. Чтобы... Посыльным не является. Посыльным, но основная функция аспирина какая? Зачем мы его пьем? Прекратить головную боль. Прекратить, например, головную боль, да. Я вот просто, ну, в России как-то это не так применяется, но я вчера прям залезла и специально почитала, да, он лечит мигрень. У него одно из показаний – мигрень. Вот, потому что в моем понимании аспирин – жаропонижающее. Но он лечит мигрень. Так что вот в Америке они используют это для головной боли, видимо. Хорошо. А действующее вещество в аспирине что? Карма, говорит Селиха. Отлично. Еще мнение? Я вообще не знаю, что... пенициллин, бактерии. Ацетилсалициловая кислота, действующее вещество аспирина. Да, это ингибитор ЦОК-1, ЦОК-2, циклооксигеназа. Хотя Геша, Майкл и Кони сказали, что только ЦОК-2. Ну, я вот влезла в медицинскую литературу, и там написано ЦОК-1 и ЦОК-2. То есть ингибитор циклооксигеназа тормозит циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты в мозге. То есть что, как это работает? Это значит, что мы пьем какое-то обезболивающее, например, ацетилсалициловую кислоту, и она
блокирует проведение нервного импульса от одного нейрона к другому. То есть боль, она, как сказать, она все равно есть. Мы не ощущаем боль, потому что блокируется путь передачи нервного импульса. То есть это механизм действия аспирина или любого другого анальгетика. Или... Вот, то есть, ничего не происходит с нашей головой или с нашим там ногой, на которую наступили, и она как бы болит, но на самом деле мы боль не чувствуем, то есть боль проходит, потому что не доходит нервный импульс до головы. То есть мы перестаем осознавать, что там проблема. Вот так действуют любые обезболивающие. Но вопрос не про то. В аспирине есть действующее вещество. Действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. Да? Вопрос, действует ли это действующее вещество? Если есть семена, если степлер заряжен на языке лисяя. Салиха говорит, если есть семена, то действует. То есть это значит, что иногда действует, а иногда не действует. Правильно? То есть действующее вещество иногда не действует. Угу. Тогда что является действующим веществом в аспирине? Семена. Карма, говорит Салиха. Действующее вещество аспирина – это карма. Это ваши семена. То есть, если у вас есть семена, если вы помогали кому-то с головной болью, то ваша головная боль пройдет после того, как вы приняли таблетку аспирина. И вам покажется, что это аспирин вам помог. Но не всегда работает, да? Иногда выпил таблетку, а не помогло что-то. И Конча Темпедруме говорит, смотрите, вы собрали вместе фитиль, масло, получился огонь, это будет работать. Но это происходит из вас. Оно работает, но оно происходит из вас. Нужна ли лампа, чтобы был свет? Нужна. Но свет происходит из вас. Нужно ли принимать аспирин, если у вас болит голова и вы понимаете карму? Да. Да. Нужно ли работать? Наша работает. Да. Нужно ли работать, если я хочу денег? Хочу работать. Посей, чтобы не работать и были деньги, пожалуйста. Если у тебя будет достаточно кармы, у тебя будут деньги без работы. Но работа не причина денег, это аспирин. Речь о том, что нет противоречия между пустотой и лампой. Пустота дает лампе место, чтобы лампа проявлялась. То есть лампа сама по себе пуста. Она может светить, может не светить. Если у вас есть семена, вы увидите свет от лампы. Если у вас нет семян, вы не увидите. Пустота означает, что огонь не горит сам по себе. Огонь горит только потому, что у вас есть карма, чтобы он горел. И Геша Майкл идет здесь дальше, мне очень нравится. Низшие школы буддизма говорят, тепло – это свойство огня. Жар – свойство огня. Влажность – это свойство воды. Вода мокрая – это свойство воды. Высшие школы говорят – нет. Кто добавил мокроту в воду? Мы. Можно это изъять, если у вас есть способности? Если у вас есть способности, вы можете вытащить эту мокроту из воды, эту влажность из воды, и пойти по ней как по полу. Да. Иисус ходил по воде. Геш Мекл говорит, мы верим. Потому что просто он знал, как это сделать. Иисус понимал семена очень хорошо, и он обучал семенам все время. Геш Мекл говорит, он каждый день все время говорил о семенах. Он говорит, меня спрашивают, есть ли противоречие между христианством и буддизмом? Будда целыми днями говорил о карме. В своих терминах, в других терминах. Для тех людей, которые были тогда, которые его слушали, чтобы они его понимали. Можно вытащить качество из предмета, и оно сменит свои качества. Потому что это качество происходит из нас. Нету мокроты, влажности в воде. Высшие школы буддизма говорят, нету жара в огне.
Можно? Можно. Можно ходить по углям и не обжечься. Мы знаем, можно. Я ходила. Не могу сказать, что у меня есть специальные способности. Но можно. Можно ходить по стеклу и не пораниться. Да, мы видим это вообще. Вот, пожалуйста, вокруг. Также можно вытащить влажность из воды и ходить по воде. Нет проблем. Это не свойство воды. Это не свойство стекла резать. Это не свойство огня обжигать. Это происходит из нас. Геша Майкл говорит, как узнать, понимает ли человек пустоту? Да, как узнать? Признак такого человека, который понимает пустоту, он успешен в жизни, он успешен в финансах, в отношениях, у него хорошее здоровье, у него хорошее внутреннее состояние, и его окружает хороший мир. Короче, я не понимаю пустоту. Пять составляющих. Пять основных составляющих. Все эти пять составляющих, они все происходят из вас. Если вы понимаете пустоту, вы знаете, как это сделать. Вы знаете, как изменить все. Ну, а есть ли такие люди, которые все вот у них хорошо, они пустоту не понимают? Есть люди, у которых все хорошо, они пустоту не понимают. Да. Есть, потому что они носили это в прошлой жизни. Угу. В это еще не поняли. Да? Если они не видели пустоту напрямую, то они потом упадут, потом поднимутся, потом упадут, потом поднимут. И так. Миллионы, миллионы, миллионы раз. Забыли. Есть люди, которые говорят, я буддист, я медитирую. Это не показатель того, что человек понимает пустоту. Если человек читает мантры, медитирует и поет ом, это не значит, что он понимает пустоту. Человек, который понимает пустоту, говорит Геша Майкл, он такой, ха-ха-ха. Он вот такой, он так живет. Потому что все вокруг его радует. Потому что все вокруг вкусно, классно. Потому что все вот ты живешь, оно все живое вокруг. Это все меняется, все можно изменить. И человек, который понимает пустоту, он счастлив. У него внутри радость, у него кайф, у него драйв от жизни. Круто. Потому что можно изменить все. Мне скучно, это омрачение. Сейчас поменяем. Я посею радость. Я знаю, как посеять радость. Я посею радость, мне будет радость. Мы можем посеять все. Мы можем посеять радость, мы можем посеять отношения, мы можем посеять здоровье, мы можем посеять абсолютно все. Понимаете? Да. Какая штука? Ну вот, наверное, мы на этом остановимся, потому что у нас время близко к завершению сейчас. Можем, конечно, еще одно пройти. Я хочу соблюдать... Вообще, 9 минут еще. Давайте еще одно. Давайте еще одно. Кончо темпе друме. Хочет удостовериться, что вы поняли. Он как бы не согласен с Тендерхлорампой о том, что хорошие вещи также происходят из семян. Плохие вещи происходят из семян, а вот хорошие. В терминах буддизма, в терминах камалашилы, причины для сансары и причины для нирваны одни и те же. Тоже идея просто невероятная. Одни и те же причины, одни и те же законы, по которым мы можем создать свою сансару, то есть свои страдания, то есть свой цикл, когда мы кричим на детей, на нас кричит жена, мы кричим на детей, на нас кричит начальник, мы кричим на детей, на нас кричат на улице. И мир наш становится все хуже и хуже и хуже, и везде на нас кричат, и мы кричим, и на нас кричат. И вообще война. И вообще война. Это причины для сансары мы создаем. Но по тем же законам создаются причины для нирваны, для просветления. Точно так же они создаются. Они устроены по тем же самым принципам, по тем же самым законам. Если мы смогли создать такую дрянь в своей жизни, теперь же мы можем создать еще лучше, еще больше хорошего, чем мы создали плохого. Потому что теперь-то мы тогда не осознанны были, а сейчас так мы осознанны. Мы же знаем законы. Понимаете? Значит, все можно создать вообще, что захочется. Можно создать просветление. Я
Я создала свой козла начальника. Какой я молодец. Ты создала всех плохих людей в своей жизни, Салиха. Ты можешь теперь создать бесчисленное множество хороших людей в своей жизни. А что ты знаешь как? Тогда ты это делала неосознанно и столько всего насажала. Теперь ты можешь создать сколько всего осознанного-то. Одни и те же правила. Все проблемы в вашей жизни, весь успех в вашей жизни основаны на одних правилах. Причины, семена, масло, фитиль. Все это создает огонь. В четвертой интерпретации она была о том, что вещи пусты, но все-таки они работают. В пятой хорошие вещи и плохие вещи основаны на одних правилах. Корнде. Корн или кура, сансара, цикл. Корн, да, это корень кармы. Корн, кура, это цикл жизни. Де, нирвана. Корн, де, сансара и нирвана. Все это происходит из одних и тех же причин. На одних и тех же правилах основано. Из одних и тех же причин в смысле законов. Абсолютное счастье, абсолютное зло происходит из одних принципов. Значит, у нас есть потенциал сделать все. И это вообще круто. Мы можем достичь просветления только благодаря этому. Есть ли причины заниматься чем-то другим в этой жизни? Я не вижу. Я вижу причины заниматься только этим. Создавать рай вокруг себя. И чтобы он распространялся во все миры. И чтобы я не видела больше никогда страдающих существ. Никаких. Потому что они все происходят из меня. Я хочу видеть счастливых существ, которые счастливы в маленьком и в большом. Я знаю, как это сделать, значит, я могу это сделать. Мы можем изменить этот мир полностью. Стоит хотя бы проверить. Да, стоит хотя бы проверить, говорит Володя. Надо проверить, по-любому. А то вот проверяли, казал начальника, есть уже, вот сейчас теперь еще наоборот сделали. Это как Нео, когда же он в матрице. Он обучается, и тут он чувствует, так, у него сейчас он может взлететь в стратосферу. И он там развлекается, мне кажется, что... Как Нео в матрице, да? Это очень похоже. Если была бы хорошая память, можно было кармический дневник, наоборот, в прошлое написать, ведь посмотреть все это. Память не нужна. Можно, а зачем? Ну... Есть ли в этом смысл? Ну, в зависимости, что ты делал и чем это обернулось. Взаимозависимость увидеть. Да. Знаете, какая штука? Вот меня сейчас это начало прорастать, еще тоже поделюсь быстро. Это начало прорастать, поэтому я в невероятном восторге. Я уже говорила. Начинаешь видеть взаимозависимость. И это так круто. То есть я вижу людей, которые не видят. Я говорю, вы что, смотрите, это же вот так вот. Вот это причина вот этого. Они говорят, угу. И не понимают. А ты начинаешь это видеть. И это результат медитации. Потому что медитация – это пятое совершенство, и мудрость – это шестое совершенство. И это по кругу вот так. Если ты начинаешь видеть взаимозависимость, ты от этого становишься более щедрым, ты от этого... Что у нас следующее? Более нравственным становишься, ты от этого... Сохраняешь... Терпение у тебя, убираешь гнев. Ты от этого... Начинаешь радоваться и с большим кайфом работать, еще радостнее это делать. И от этого медитация. У тебя улучшается медитация. И от этого ты понимаешь взаимозависимость еще лучше. И так по кругу. И так мы делаем нашу сансару, которая приводит к нирване, которая выход. Никита говорит, что в итоге еще задолго до того, как увидишь пустоту напрямую, ты сможешь уже видеть
в прошлых жизнях, что ты сделал, что привело к результату, что ты сейчас медитируешь или сейчас тебе интересна дхарма. Да. А где в этом месте тогда практика ведения кармического дневника? Это вот в какое место? Ни в какое. В какое место? Что ты имеешь? Дневник вот вести. Да. Это какой из, ну, там, из шести совершенств? Разобрали? Ну, смотря какие у тебя обеты, в целом это по всем шести совершенствам ты работаешь. То есть это практика всех шести совершенств? Это немного зависит от обетов, от того, как ты к ним относишься, но в целом, да. Ну, как бы это как бы нравственность. Соблюдение как бы нравственности. То есть это третье совершенство. Можно сказать. А можно сказать, что это все это делается с бодхичиттой, и все шесть совершенств туда включаются. Ну, если ты пишешь по десятому, даже в индивидуальных обетах свободы мирянина пожизненно, даже в десяти этических принципах, когда ты пишешь хорошее дело по мудрости, это может быть совершенством мудрости для тебя. Или когда работаешь над гневом, и, например, в рамках шестого этического принципа, тогда... Да, не злишься на кого-то, да. Потом в обетах бодхисаттвы там уже все структурировано по обетам, по совершенствам. Ну да, вот 10 этических принципов, они конвертируются в 6 совершенств, да, получается. 10 этических принципов, они это обеты с мирянина, в буддизме называются, они конвертируются в счастье. Их же-то на самом деле этих совершенств больше, как бы они просто, я так понимаю, в 6 они их совместили на 6 категорий. Это связанные вещи, но они не напрямую связаны. 10 этических принципов это то, что Будда говорит, это те плохие поступки, которые мы совершаем каждый день. Топ-10. А 6 совершенств — это то, что тебе нужно делать для того, чтобы прийти к нирване. И между ними есть прямая связь практически. Но суть в том, что совершенство выполняется тогда, когда ты к этому относишься определенным образом. Если ты пишешь там про мудрость, как Люба говорит, ты помнишь про бодхичитту, и ты понимаешь, что это пусто по своей природе, ты выполняешь совершенство, мудрость. Прикольно. Вы слышали что-нибудь? Понятно. Вы слышали, о чем они тут разговаривают? Или вам перевести? На английском. Немножко плохо было. Так, не все. Володя спросил о том, что... Этические принципы, 10 этических принципов DCI или обеты свободы мирянина, к чему они относятся, к какому из шести совершенств они относятся. И Максим сказал, что они относятся ко всему. Это зависит от того, как ты это воспринимаешь и над чем именно ты сейчас работаешь. Если ты работаешь над совершенством мудрости, например, то ты можешь любой из этих 10 принципов делать с мудростью, и тогда это будет совершенство мудрости, например. И все в этом роде. И нельзя сказать, к какому именно совершенству они относятся. А может быть, просто если, допустим, у нас есть совершенство вести дневник, и когда мы вот это совершенство будем делать, тогда мы просто автоматически придем к мудрости. Может, так можно посмотреть, потому что вот эти 10 принципов, они как бы должны вестись в дневнике. Ну, про него и речь. Да? Здесь речь именно про дневник. Что эти 10 принципов, они, когда мы ведем дневник, это какое это совершенство. И как мы с ним можем работать. И мы можем с ним работать, Максим говорит, объемно. Не плоско, а объемно. Это как намерение, да? Чему ты это посвящаешь? Понимаю. Да. Угу. Как намерение, чему ты это посвящаешь? А можно мне вопрос вот про пятое обозначение? Да. Я немножко неправильно поняла. Вот кончатая
он согласен, что хорошие вещи также происходят для семян, или не согласен? Как бы спорит об этом и для этого поднимает этот вопрос, чтобы мы еще раз об этом подумали. То есть он как конечно, бы не согласен? Конечно, он согласен, но здесь он говорит о том, что если ты все причины соберешь вместе, и плохие, и хорошие вещи, выяснится, что они основаны на одних и тех же принципах, что правила одни и те же. И тогда мы приходим как бы логическим заключением к тому, что и то, и другое происходит из семян, и то, и другое мы можем создать. Да. Вот. Геша Майкл здесь говорит, я думаю, что это правильно тоже сказать, что правильное произнесение слова сансара через N, сансара, когда мы только начали изучать ECI, этот Паша переводил белорусский, и первый раз, когда Питер сказал сансара, я такая, Паша, пишу, Паша, не сансара, а самсара, через M. Паша такой, ну Питер же говорит сансара через N. Я такая, ну нет, это неправильно. Потому что я привыкла. Вот Геша Майкл говорит, что сансара – это правильное произношение. А, через что? Через N. А, через N неправильно, да? А у меня сразу, когда я вижу самсара, я думаю про самсу. Такой большой. Тем более неправильно. Вот. Все, мы на этом заканчиваем, потому что у нас время вышло. Вопросы из зала есть? Откуда-нибудь? Нет. Отсюда? Оттуда, в чате? Есть. Вопросов нету, просто я очень хочу, пользуясь моментом, что все собрались, вот еще по поводу ретрита, попросить очень, кто хочет и кто, у кого есть возможности, чтобы поставили даты свои, чтобы мы определились, потому что место, если честно говоря, мы получаем место между занятиями. И когда одно заканчивается, другое начинается, и в сентябре уже хотят приехать люди из Прибалтики, если это будет в августе, если в июле, то тогда то это тоже между занятиями. Очень просит, так сказать, принимающая сторона как можно скорее определиться с датой, когда будет проводиться ретрит. Поэтому у меня огромная просьба ко всем желающим, чтобы еще раз подумали, посмотрели в свои календари и написали свой ответ. Спасибо большое, извините. Спасибо большое, Лена, за организацию. Это здорово. Лена очень серьезно так подошла к этому вопросу. Спасибо, прямо Лена. Начала так организовывать, классно. Просто вообще здорово. Вот в Москве у нас никто не берется. Видимо, мы все едем в Карпаты. Все москвичи едут в Карпаты, я так понимаю. Мы же собирались и здесь. Мы собирались, но никто не взялся организовывать. Если кто-то возьмется организовывать, пожалуйста. Я за. Организуем. Пожалуйста. В Карпатах чудесное место, то, куда мы собираемся, это замечательный эко-хутор «Мечта». Это школа Анны Якуба, которая занимается сухим голоданием, и там проводит программы свои. Это чудесный деревянный такой большой дом в Карпатах, там горные реки чистейшие, прекраснейшие, они журчат по камням, они очень мелкие, и там все это вот прям так очень красиво течет по камням. Я там, собственно, проходила голодание, и там невероятно чистый воздух, очень шикарные деревья, сосны, ели, и от этого очень чистый воздух, и все это на холмах безумно красиво. Вот. И так это далеко. И это недалеко, да. И это то, что это Западная Украина, товарищи москвичи, россияне, это все, знаете, там здорово. Вы, я не знаю, чего вы там боитесь себе в Украине, вы поговорите с украинцами. Вот сегодня у нас здесь есть украинец. И на самом деле, ну, у вас, конечно, я не знаю, какая карма, я не могу сказать, что у вас все будет здорово. Но я, конечно, те условия, в которых я была, это всегда такой, как это сказать, инкубатор, да, какое-то закрытое очень пространство, и люди, с которыми я общаюсь, это в основном санка или какие-то люди, ну, понятно, что никто никого не убивает, не режет и даже плохо не называет. И я даже столкнулась в Украине за весь мой опыт пребывания в Украине, поездок на ECI, я столкнулась с одной деталью, когда такое было
вы русские. Ха. Но это было мое восприятие, я знаю, откуда оно происходило. И оно быстро изменилось очень. То есть это был момент, который тут же трансформировался и стал совершенно другим. Я никогда не встречала ничего плохого. То есть, когда я ехала в Украину, вот сейчас были военные действия, это все было остро очень. И когда я ехала в этот момент в Украину, меня здесь все спрашивали, ты не боишься? Ты едешь в Украину, не страшно? Ты смелая. Вот. И это было смешно, потому что на самом деле я боялась, я не знала, набьют мне морду или чего. Я сейчас буду говорить своим московским акцентом и там, что будет. Вот. Ну, было смешно, когда я приехала, потому что, ну вот вы в Москву приезжаете, россияне, там, откуда, из Орла, там, я не знаю, откуда вы приезжаете. Ну и что? И что? Не боитесь? А вот примерно так. Украинец, что ли? Что-то я только осознала. Ну, то есть вот, ну вообще никак. То есть вот как вы прилетели в Москву? Ну так, вы прилетели в Киев. Ну вообще никакой разницы. Западная Украина, я была на Западной. Мне просто, ну я нигде не встречала людей, которые ко мне нехорошо относились как-то. Я поэтому пошла на рынок специально и стала разговаривать с людьми. Я такая, ну вот, а как вы к москвичам относитесь, их спрашиваю? Ну потому что, ну... Интересно. Мне было интересно с людьми обычными поговорить, не с Анхой, не со своими. И люди на рынке мне говорили, да нормально мы относимся, мы как бы... Ну, люди-то не виноваты, что происходит. Это же не вы войну затеяли. Это же правительство затеяло, а вы лично тут при чем? То есть на рынке люди были так мудры, что я не знаю, откуда они происходят. Они, конечно, сами по себе такие невероятно умные и мудрые украинцы. Вот, и я гуляла по Западной Украине, я гуляла по Ивано-Франковску, по вот... Пока я ехала, у меня там был большой перекладной маршрут, туда доехать так, ну, на перекладных. И одна ела малину в парке, сидела. И, ну, мне ни разу ничего, чтобы навело меня на мысль, что это может быть небезопасно, ничего меня не привело к этому. Поэтому, если кто-то из Москвы, из России боится поехать, то это на моем опыте это пропаганда, в которую вы верите, которая тоже происходит из нас. Вот, мы заканчиваем, и я приглашаю всех поехать на ретрит. Это будет ретрит по мастеру Камалашвили. Мы там сделаем ревью, то есть краткий обзор всех 5 частей. Это будет очень кратко, это будет вообще не то, что здесь, потому что здесь мы подробно, а там будем очень кратко. Но там будет ретрит, то есть там будет медитация, и вы будете много медитировать об этом всем сами. И я хочу еще сказать, там очень удобно из Киева, если вы как долетите или доедете до Киева, там из Киева едет прямо до станции, где деревня, поезд, поэтому не нужно уже будет на перекладных, можно просто добраться до Киева, из Киева, естественно, этот поезд и доехать уже до места. Там очень быстро. И можно еще денек-другой Киев посмотреть. Чудесный летом. Да. Цветущий. Можно еще в Киеве остаться чуть-чуть. Да. А можно еще в Ивано-Франковск заехать и там немножко погулять. Он такой европейский город, такая Европа. Уже. Потому что западная, поэтому такая европейская. А Киев такой, для меня вот очень Москва. Прям вот Москва-Москва этот Киев. Я переезжаю из одного города в другой, разницы не замечаю. Не, ну, люди как-то, мне кажется, добрее в Киеве. И спокойнее и добрее. Я сказал для тебя, что ты хорошая, то это здорово. Что так же хорошо. Ну, суматошный. Большой суматошный город. Вот. Киев поспокойнее вообще. Киев поспокойнее, чем Москва, да. Ну, по мне все равно слишком суматошно. Ну. Конечно, спокойнее и приятнее. Ну, мне приятнее, потому что там веганские кафе, веганские рестораны. Миллион. Больше, чем... Что? Миллион. Да, да, больше, чем в Москве, значительно. Да. Даже в обычных кафе очень во многих есть вегетарианское меню, хоть отдельными стаканчиками. Да. Да, очень много здоровой пищи, магазинов здоровой пищи. И вообще как-то вот такое вот, мне кажется, не знаю, откуда происходит, но мне кажется... Полтора-два раза дешевле, чем в Москве. Все дешевле, все добрее, все более человечнее. То есть как-то вот люди смотрят на тебя как на живого человека, а не просто приходите, как там это... Ждем вас снова. Ждем вас снова. Заезжайте к нам еще. Ну, это, кстати, в моей жизни проходит уже. Я все-таки не зря посвятила этому пару месяцев.
Это проходит. Все, мы заканчиваем. Пуки джукшин меток трам, рира плинкшин индеген пади, санге шинктумик теоварги, дроку нам дакшин глачу паршонг, идам гуру ратна мандалакам нирьятаями, дикево кун, Сунам еще цок-дзок-шин, Сунам еще ле джунглей, Дам пакуни топар-шун.